Саудовская Аравия, а также другие страны-члены ОПЕК и их партнеры договорились сократить мировые запасы сырья и поддерживать рынок. После объявления решения цены на нефть поднялись более чем на 4%. ОПЕК Плюс, которая включает Организацию стран-экспортеров нефти и группу ее союзников, возглавляемую Россией, решила сократить производство на совокупные 1 миллион 200 тысяч баррелей в день уже в 2019 году. Это больше, чем ожидал рынок. Согласно прогнозам, сокращение должно было составить 1 миллион баррелей. Решение приняли также, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, который призывает снизить цены на сырую нефть. Сегодня мы оцениваем ситуацию на рынке как достаточно сложную, и в связи с падением спроса мы видим, что будут наблюдаться переизбытки на рынке в течение первого-второго квартала. Январь очень холодный месяц, поэтому мы будем потреблять меньше нефти в королевстве. Думаю, также необходимость в нефти снизилась. Давайте быть откровенными. Последние три месяца спрос находился на минимальном пороге прогнозов. С января ОПЕК сократит добычу на 800 тысяч баррелей в день. Страны-партнеры ОПЕК берут на себя сокращение объемом 400 тысяч баррелей. С октября этого года цены на нефть снизились на 30%. Этому способствовало уменьшение объемов добычи и ослабление мирового спроса. Семьдесят лет назад, 10 декабря, Генассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Уже много лет в этот день люди собираются у посольств и консульств КНР. По словам участников акции, власти Китая среди самых злостных нарушителей прав человека в мире. У здания китайской дипмиссии в Москве пикеты проводят больше 15 лет. Вот эта ситуация, которая в Китае сложилась, она настолько бесчеловечна, она настолько страшна. А то, что извлекают органы причем извлекают вживую, без наркоза, то есть бесправие полное. Согласно исследованиям правозащитников, последние 20 лет в тюрьмах Китая у заключенных массово извлекают органы, убивая их в этом процессе. Жертв могут быть сотни тысяч, и это не уголовные преступники, а узники совести, в основном приверженцы медитативной практики фалуньдафа или фалуньгун. Женщина-полицейский забрала нас в больницу трудового лагеря Масандзя, и я поняла, что они берут анализы мочи и крови, чтобы проверить функции печени. Подавление фалуньдафа началось почти 20 лет назад. Бывший генеральный секретарь китайской компартии Цзян Цзиминь инициировал его на фоне небывалой популярности этой практики. Людей помещают в тюрьмы и концентрационные лагеря, где и собирают данные об их органах. Согласно правозащитным отчетам, потом их используют для подбора органов пациентам, часто зарубежным. Медицинское обследование фокусировалось только на тех органах, которые можно изъять и продать – печени, сердце, почках, роговицы, глаз. Рассказывают об этой проблеме и на улицах Санкт-Петербурга. Это, можно сказать, для всех очень важная ситуация, когда в какой-то отдельной стране мира нарушаются права человека. Коммунистический Китай, по сути, запрещает людям совершенствоваться по хорошим принципам истины, доброты, терпения. Вот об этом должны, я думаю, знать все здравомыслящие люди. Сегодня это коснулось Китая, завтра может коснуться России, любой страны. Я верю, что добро живет у нас и живет в нашем сердце. Помимо принудительного изъятия органов, КНР, по данным правозащитников, нарушает права на мирные собрания, ограничивает свободу слова и вероисповедания. Там также отсутствуют независимые суды. Правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном рейтинге политических и гражданских свобод поместила Китай на 186 место среди 210 стран. Власти Италии обещают привлечь к ответственности виновных в смертоносной давке в ночном клубе. Премьер-министр и министр внутренних дел страны посетили город Каринальдо в провинции Анкона, где в субботу произошла трагедия, в результате которой 6 человек погибли, более сотни пострадали. Моя обязанность обеспечить, чтобы родители, видя, как их дети уходят на ночь, также видели, как они возвращаются домой. Полиция, магистраты и пожарные проводят соответствующие расследования, и мы ждем ответов. Сейчас мы молимся за семерых серьезно пострадавших, которые находятся в больнице.
Люди пришли в ночной клуб на концерт популярного итальянского рэп-исполнителя. Здание было переполнено. По словам очевидцев, около часа ночи кто-то распылил в зале газовый баллончик, и это вызвало панику. Под людьми, пытавшимися выбраться, обрушился пешеходный мост, ведущий наружу. Согласно первым данным расследования, похоже, что было продано 1400 билетов. Но в то время был открыт лишь один из залов ночного клуба, рассчитанный максимум на 469 человек. По данным полиции, погибло пятеро подростков возрастом от 14 до 16 лет, а также 39-летняя женщина, которая пришла на концерт с ребенком. В городах по всей Франции масштабная уборка после протестов желтых жилетов. Сторонники этого движения выходили на улицы четвертые выходные подряд. Они выступают против низких зарплат и повышения налогов и призывают президента Эммануэля Макрона уйти в отставку. В Париже некоторые улицы превратились в зоны боевых действий. Агрессивно настроенные демонстранты громили витрины магазинов и поджигали мотоциклы и авто. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. Более 1700 человек были арестованы. Движение желтых жилетов можно понять, но положение абсолютно недопустимое. Это происходит 3 недели подряд. Посмотрите вокруг. Все разрушено, повреждено, все магазины были вынуждены закрыться и оплачивать это закрытие. И так происходит каждую неделю. Власти подготовились к протестам заранее. Многие памятники и достопримечательности были закрыты. На охрану порядка в столице направили 8 тысяч полицейских. Министр экономики Франции сказал, что движение стало для страны экономической катастрофой. Влияние протестов желтых жилетов на французскую экономику очень серьезное. Я пока не могу назвать конкретные цифры, но сделаю это в ближайшие дни, оценив ущерб для компаний и ВВП Франции. К концу года можно ожидать замедления экономики. Министр экономики призвал протестующих к диалогу. Впрочем, основной гнев протестующие направляют на президента, чьи реформы понизили уровень жизни многих французов. Одна из таких реформ, повышение цен на топливо, недавно была заморожена на полгода. Именно она стала толчком для общенациональных протестов в середине ноября. В первый раз на улицы французских городов вышло более 300 тысяч человек. Уступки властей людей не успокоили. Более того, протесты распространились и на другие страны. Так, демонстрации также вспыхнули и в столице Бельгии. Группа протестующих также во второй раз перекрыла шоссе на границе Бельгии с Францией. Старейшее сооружение Абу-Даби, крепость-дворец Каср-Аль-Хосн, открывается после долгой реставрации. Первые камни форта были заложены в середине 18 века. В конце того же столетия здесь поселились шейхи Абу-Даби. Каср-Аль-Хосн был безмолвным свидетелем того, как вокруг разрастался мегаполис. Эти галереи расскажут историю о людях, которые жили здесь вокруг крепости, о том, какие отношения были между ними, какие отношения были с правящей семьей и как создавался эмират. Об основании Абу-Даби сложена легенда. В 60-х годах 18 века охотники гнались за газелью. Она привела их к заливу и перешла на остров. Охотники последовали за ней и нашли на острове источник пресной воды. История умалчивает о судьбе газели, но охотники вернулись к шейху в оазис слива и все рассказали. А тот решил поселить людей на острове. Поселение назвали Абу-Даби, что на арабском означает «отец газели». Долгое время жители поселка занимались только рыболовством и добычей жемчуга. В 1958 году здесь нашли нефтяные месторождения. Через 30 лет Абу-Даби превратился в мегаполис. Каср-Аль-Хосн состоит из старинной внутренней крепости и внешнего дворца, построенного в 40-х годах прошлого века. Самое старое строение форта – сторожевая башня. Реставрация длилась 11 лет. Если спросите о мангровой древесине, о коралловых раковинах или других декоративных деталях, то скажу, что реставраторы старались сохранить все старинные материалы.
Рядом с музеем Каср-эль-Хусн открывается и новый культурный центр. Здесь будут проходить различные выставки, а также семинары и мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. В центре есть концертный зал, театр и большая детская библиотека. В течение многих лет американский ботаник Рой Фанч смотрел на эти холмы на северо-востоке Бразилии и гадал, кто их создал и как долго они здесь существуют. Высота насыпи от 2 до 4 метров, расстояние между ними почти одинаковое – от 16 до 22 метров. Фанч безуспешно пытался привлечь интерес ученых к этому загадочному явлению. Но несколько лет назад он случайно встретил в Бразилии британского исследователя насекомых Стивена Мартина. Вместе они решили докопаться до истины. Ответ оказался одновременно и простым, и удивительным. Эти холмы тысячелетиями создавали термиты. На территории площадью с Великобританию подобных холмов обнаружили более 200 миллионов. Это самый масштабный строительный проект среди всех живых организмов, о которых мы знаем. Он был спрятан в течение сотен тысяч лет. Это удивительное открытие. Похоже на храм Майя. Он тоже был в лесу, но мы о нем не знали. Заинтересовала ученых и другая необычная особенность. Холмы не были испещрены дырочками. Было только одно отверстие вверху. Оказалось, что термиты строили свои лабиринты под землей, а через отверстия просто выбрасывали лишний грунт. Некоторым из холмов почти 4000 лет. Это просто невероятно. Мы говорим о возрасте пирамид, о периоде до римлян. Когда римляне строили свои сооружения с колоннами, термиты строили эти насыпи. Впрочем, местные жители такому соседству не рады. Говорят, что убрать подобную насыпь почти невозможно. Сухой климат превратил глину в камень. А ученые тем временем продолжают разгадывать новые загадки. Их интересует, почему под холмами нет активных колоний, а термиты предпочитают строить новые рядом. Также непонятно, зачем насекомые делают холмы на одинаковом расстоянии и сколько времени уходит на создание самых больших из них. В музее турецкого города Газиантеп представили 12 фрагментов античной мозаики «Цыганка». Эти артефакты вернулись сюда совсем недавно. До этого более полувека они находились в США. Фрагменты мозаики нашли во время нелегальных раскопок на территории древнего города Зевгма. В 60-х годах прошлого века их контрабандой вывезли из Турции. Потом торговец предметами искусства Питер Маркс продал артефакты университету Боулинг Грин в штате Огайо. Два десятилетия назад турецкие археологи обнаружили в Зевгме остальные части мозаики и поняли, что она не полная. В 2012 году специалисты установили, что в США хранятся недостающие фрагменты. Турция попросила их вернуть. Университет Боулинг Грин предложил выкупить экспонаты, но турецкие власти отказались платить. После многолетних переговоров стороны достигли согласия. Поселение на территории Зевгмы в 3 веке до нашей эры основал полководец Александра Македонского. В начале нашей эры город захватили римляне. Зевгма известна прекрасными древними мозаиками, которые теперь хранятся в местном музее. Изображение цыганки стало символом Газиантепа. Площадь всей мозаики 15 квадратных метров. Футбольная команда «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса в четвертый раз выиграла Кубок Либертадорес. Победу она вырвала у аргентинской команды «Бока Хуниорс» со счетом 3-1. Вторая финальная встреча прошла в Мадриде. Ранее матч перенесли из Аргентины в Испанию из-за инцидента. Игра была запланирована на 24 ноября. Однако в этот день болельщики команды «Ривер Плейт» напали на автобус игроков «Боки Хуниорс», которые ехали на стадион в Буэнос-Айресе. Пострадали трое футболистов, и матч пришлось отложить. Обе команды были против переноса игры в Мадрид, но в итоге согласились. По мнению футболистов River Plate, из-за агрессивных болельщиков пострадали люди, которые уже купили билеты на матч в Аргентине.
На стадионе команды «Ривер» было много людей, которые вели себя нормально. Они ждали спортивного шоу, но из-за нескольких человек оно не состоялось. Поэтому теперь эти люди, которые терпеливо ждали, могут порадоваться нашей победе. Игра с «Бока Хуниорс» была напряженной. Эта команда – давний и сильный соперник «Ривер Плейта». Первый финальный матч Кубка Либертадорес команды завершили со счетом 2-2. Я нахожусь на том месте, где хочу быть. Больше мне нечего желать. Теперь пришло время радоваться и воздавать должное за поддержку как на поле, так и за его пределами. Болельщики «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе ликуют. Это захватывающее чувство. «Ривер» заслужил это, пройдя квалификацию в категории «Б», выиграв «Либертадорес» и победив в Южной Америке. Я бесконечно благодарен тренеру Гальярдо, он лучший. Победу любимой команды отпраздновали и болельщики в Мадриде. «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» – сильнейшие и популярнейшие в Аргентине футбольные команды. На турнире Кубок «Либертадорес» встречаются лучшие футбольные клубы Южной Америки.